Песни, танцы и призы. На площади Атриум в Оренбурге сотрудники медцентра и аниматоры создают веселое настроение для всех детей города. Для активных участников – аквагрим, розыгрыш и подарки. Один из них можно получить в самом медицинском центре «Диметра». Нашей компании «Диметра» уже 16 лет. И он многопрофильный центр. И мы, конечно же, занимаемся здоровьем детей. Поэтому для них мы устраиваем программу развлекательную, посвященную Международному дню защиты детей. Мы хотим еще предложить нашим оренбуржцам прийти в наш центр и совершенно бесплатно пройти обследование на витамин D. При посещении любого специалиста многопрофильного медицинского центра «Диметра» такая услуга будет бесплатной в честь Дня защиты детей. Кроме этого, ежемесячно в учреждении проходит День здоровья, где также абсолютно бесплатно можно узнать о своем гормональном фоне, здоровом питании и многом другом. Главная цель – привить детям ответственность за свое здоровье. А о том, что праздник удался, свидетельствует положительные эмоции. Диана Кузимбаева, Семен Воробьев. Новости дня.